Каждая эпоха имеет свои вызовы, и есть такая святоотеческая заповедь. Она упоминается у святителя Игнатия Брянчанинова в переписке, там, в таких малых произведениях, где он говорит: «Пойми время». Пойми время, то есть пойми, чем заниматься. Пойми, что делать. То есть пойми, когда молчать, когда говорить. Пойми, когда, например, переключить свое внимание на помощь бедным, а когда оставьте бедных, потому что, как Евангелие пишет, бедных всегда имайте с собой, а меня же не всегда имайте. То есть когда чем заниматься. Очень яркий пример исторический, например, это вот предреволюционное время. Россия в XIX веке, русская церковь предприняла колоссальные усилия с помощью руками и устами, сердцами своих избранных миссионеров по приведению ко Христу так называемых малых народов и народцев. Этого огромного куска суши, который уходит за Уральские горы, туда до Камчатки, до Сахалина, до Чукотки. И Иннокентий Вениаминов и подобные ему пастыри, патриарх Макарий Алтайский, алтайская целая миссия была. То есть люди с невероятным жаром, с подлинно апостольским же, да, Николай Японский, конечно же, с невероятным подлинным апостольским жаром проповедовали Евангелие наивным, как они писали потом в записках своих, по сути невинным, доверчивым людям, привыкшим к скудной жизни в том месте, где их Бог поселил. Они писали, переводили, так сказать, составляли словари для их языка, переводили на их языки книги, уча эти языки, крестили, причащали, строили небольшие храмы, служили на переносных антиминцах, то есть совершали апостольские труды. А в это время червяк-древоточец уже подточил колос Российской империи и подобрался к церкви тоже на такую опасную близость, что будущее предвещало только грозовые бури, никакого счастья. И главной опасностью церкви в это время были люди, живущие в городе, крещенные уже люди. То есть уже крещенные люди, например, там это были более-менее безобидные, там, допустим, там народники или разночинцы, которые там одни ходили в народ, как Чехов писал, создавали аптечки и библиотечки. Потом они быстро погасли, потому что этот труд был не принципиально, он ничего не решал, по крайней мере, с их точки зрения. А потом на их место появились там более активные политические деятели, потом это все перешло в терроризм, потом это все приняло форму какого-то такого, какой-то пародии на христианство, когда буквально сотни и тысячи проповедников разошлись по рабочим коллективам, по солдатским и матросским коллективам на кораблях и в окопах, допустим, или в подразделениях, они точили, буквально точили, как древо, как у евреев пишется, что жук древоточец подточил трон Соломона. Пока все было снаружи красиво, жук там, значит, грыз, не переставая. И в один из дней Соломон сел и рухнул. Так действует грех, незаметно, значит, подтачивает. И вот такая очень печальная картина. То есть главным врагом были социалистические идеи. В любом преломлении, значит, в террористическом изводе или, значит, в варианте, например, всемирной революции там, или еще что-нибудь такое. Вот это был главный идейный враг. Носители этого врага, то есть люди, которые уже были заражены идеями социализма или коммунизма, или анархизма, или всякого другого изма, предполагавшего полное крушение всего, что есть на земле, включая империю и церковь, семью, частную собственность, все устои общества, то есть люди, количество зараженных этими идеями людей было катастрофически велико для нашей страны, для, кстати, не очень сильно образованной страны, не будем скрывать, значит, что масса крестьянского населения, вот, в городах клубились и роились вот эти самые главные очаги опасности, и в воздухе летали совершенно безбожные идеи. Эти безбожные идеи подхватывались часто людьми, которые носили дворянские там, или баронские титулы. Эти идеи просачивались в покои, предпокои государевых комнат, потому что, в конце концов, он был предан своими. Я всю эту картину описываю для чего? Для того, чтобы вы поняли, что в XIX веке то ли мы узнали врага, но нам не удалось с ним схлестнуться в победоносной схватке, то ли мы просто не узнали врага. То есть враг уже точил топор, враг был бескомпромиссен. Это нашло, это никто не скрывал, что мы должны, когда у Достоевского, допустим, там пишет этот самый, говорит,
Верховенский-младший, что первым делом нужно уничтожить всю Великую Ктинию. Имеется в виду, что Великая Ктиния, она поименно, с титулами перечисляла всех членов императорской фамилии. Кроме того, тот же Верховенский, там в литературной форме это изложено у Достоевского гениально, он говорит, что нам нужен там миллион голов срезать. Для будущего счастья человечества миллион голов нужно срезать. Уничтожить всякую выдающуюся личность. Там Шекспира задушить в колыбели, там, Копернику вырвать язык. То есть не надо гениальностей. Нагнись, рубанок летит. Все в одну строчку. И это все находило очень яркое, так сказать, такое сочувствие, такое живое, среди образованных, крещеных, носивших крестик на груди, законным браком венчавшихся людей. И как-то мы это прохлопали или не прохлопали, повторяю, это вопрос такой, легко судить, так сказать, с высоты исторической правды тех, которые жили во времена, когда эта правда совершалась. Поэтому здесь не... Я это к тому, что кто наш враг сегодня? Это вопрос это живой, то есть мы можем на него не ответить, например, сегодня даже. Но если вы, например, будете активны, сейчас как солдат борется до обеда с голодом, после обеда со сном, если вы, так сказать, свою борьбу со сном преодолеете, не заснете, то мы, может быть, что-то для себя поймем. Потому что вам через некоторое время нужно выйти отсюда и жить в измененном состоянии, которое потребует особых супружеских отношений, например, верности предельной и безукоризненной честности друг перед другом, чтобы вы были примером в этом вопросе. Это потребует от вас жертвенного служения и так далее. То есть мера предъявляемых к вам требований будет превышать всякую человеческую силу. Но тем не менее вас будут судить по высокой мерке. Это мы, церковные люди, можем снисходить к слабостям друг друга, зная, о чем идет речь. Чужие нам не прощают. Чужие смотрят на нас в увеличительное стекло и замечают любую блоху, понимаешь, такого, а слона, значит, своего замечать не собираются. Поэтому вот вам скоро придется выйти. С какими врагами нужно бороться? У кого есть, так сказать, свежая мысль или какой-то живой ответ на этот вопрос? Это вопрос вот мне и вам. Как вы думаете? Я предполагаю, что вы думаете, просто ответ не появился сразу, или вы стесняетесь. Ну, вы, кстати, не стесняйтесь, если что. Например, есть такой враг, как невежество. В общем, добровольное, упертое невежество, добровольное нежелание ничего знать. Из этого упертого невежества потом рождается очень много проблем. И бесполезно, так сказать, отсекать ветви, если корень остался в земле и корень живой. Невежество. Значит, человек, как в книге «Премудрость» там пишется, «доколе невежды будете ненавидеть знания». Невежество. Человек, кто такой невежа? Это тот, кто уверен, что он и так уже все знает. То есть невежа – это тот, кто считает себя полным. Он не чувствует необходимость наполняться. Он уверен о себе, что он знает все про жизнь. Проживший на земле, скажем, там 25, 30, 40, 45, 50 лет, значит, добровольный невежа считает, что ему и так все известно. Отсюда куча всего. То есть человек, вроде бы родившийся в православии, с отцом Семеном говорили, что 95% куриан идентифицируются с православной церковью. И при соцопросах говорят, что я православный человек. Но при этом спросите человека, например, там, любого на выбор, из этих 95%, за исключением тех 3-4%, которые в церковь ходят, спросите его, там, любого, навскидку что-нибудь там из Слова Божьего. Ну, сколько Евангелий, например, там, и как зовут евангелистов? Ну, что-нибудь элементарное. Но вы встретите целый спектр, как бы, самых разнообразных ответов. Вот, и это будет удивительно, что как. А что они тогда понимают под православием, когда они говорят, что я православный? Не пресвящающиеся годами, живущие в невенчанных браках, позволяющие себе всякие значит, грехи, толкающие женщин на аборты, присваивающие чужое, радующиеся о неправде и не радующиеся о истине. То есть с удовольствием утягивающие что-нибудь из чужого кармана и считающие себя при этом героями, как бы, и так далее. Матюкающиеся через каждое слово и не умеющие иначе говорить. Не соблюдающие постов, излишествующие в питье там, и в пище и так далее. Как эти люди вообще, как они вообще идентифицируют себя как православных? То, что они в купели купаются на Иордан, на крещение.
Ну, у них есть какие-то объяснения? Говорит, я, да. Она говорит, я куличи свечу, там, значит, Пасхи там освещаю, там, яйца крашу куриные, значит, на этот самый, на пасхальный праздник, и окунаюсь в прорубь 19 января. Ну, может быть, еще мы собираемся в многолюдстве на местные праздники и торжества, например, когда вот у вас совершается крестный ход с коренной Курской иконой Божией Матери. Мы хороним покойников, 40-й день соблюдаем, 9-й, поминаем усопших своих. То есть какие-то у них набор какой-то есть, но вы же понимаете, что преступно мало этого всего. Этого преступно мало. И священнику необходимо, значит, с одной стороны, время учебы потратить на жадное накопление знаний. То есть единственный вид жадности, который Бог благословляет, это жадность к знаниям. Есть старая такая поговорка, ее возводят к Оксфорду. Это одно из древнейших учебных заведений Англии. Причем все эти старые университеты, там Болонский, например, там, или Сорбона, или Оксфорд, это все были изначально школы, основанные отнюдь не богатыми, не влиятельными, обычными священниками, ревностными священниками для изучения Евангелия с беднотой. Вот так Сорбона возникла. Один из священников там озаботился тем, что дети не знают Евангелия, потому что у них нет времени учиться, они только работают. И у них нет денег платить за учебу. И он озаботился тем, что нашел помощь, нашел помещение и стал там просто с ними читать Евангелие. Оттуда вырастали потом все вот эти вот уже изучения там и звездного неба, там и минералов, там и человеческого организма. То есть универсум такой, универсальное знание, знание обо всем. Так вот, у вас должна быть, как мне кажется, некая такая благословенная, поощряемая жадность к знаниям. То есть мы это говорим детям в школе. Говорю, дети, поймите, что любой учебный день, вы, даже в случае, если вы ленивец, как бы, и оболтус, то просто фактом пребывания на занятии вы все равно незаметно пополняете багаж своих знаний. Таким образом, вы каждый день приходите в школу с одной суммой знаний, а выходите с увеличившейся суммой знаний. Причем знание – это такое приобретение, которое нельзя, например, украсть. Украсть можно там все, что хочешь. Там. У человека можно украсть честь, совесть и доброе имя. У человека, ну, ясно, что можно украсть там машину или карточку кредитную там, или ключи от дома. Но совершенно нельзя украсть знания. То есть вы получаете ежедневный прирост неких знаний, и вы не забудете их, как таблицу умножения не забываете, и оно не утонет даже в кораблекрушении. То есть нужно переоценить этот простейший факт. И время своей семинарской учебы максимально творчески, так сказать, выжать как лимон до последней капли, чтобы все от него забрать. Забрать оттуда все. Мы сегодня там как бы вскользь помянули там китайцев, там конфуцианскую поговорку такую, что бесполезно читать и не думать, и опасно думать и не читать. Но это все, в воскресенье была память Серафима Вырицкого вчера, собственно. А у него есть там похвала китайцам. Он говорит, что он похвалил две добродетели – работящие и трезвые. Но если там еще присмотреться, там еще есть основополагающая добродетель в их кодексе поведения – это уважение к старшим, почтение родителей. Вот надо учиться хотя бы у них. Если ты не хочешь учиться, например, там, у Иннокентия Вениаминова или у Филарета Дроздова, или у Николая Чудотворца, или там, у кого-то из висящих по стенам портретов наших иерархов, живых и почивших, если ты у них, учись у кого-нибудь учись, то есть учись у тех, кто знает больше тебя. Я не зря об этом говорю, потому что будущее принадлежит тем, кто любит знания. Это очень хорошо известно представителям древних культур, в генотипе которых в крови, под кожей, некое врожденное, воспитанное столетиями уважение к знанию и стремление его получить. Это древние империи, как правило, вот, допустим, китайская или персидская, например. Есть у персов поговорка, значит, если ты узнаешь, что знание в Китае, беги пешком в Китай. То есть за знанием беги куда хочешь, то есть или только добеги и получи его. Когда-то во Львове, когда я еще жил, я ходил на русскую филологию в университет, на факультет, и там, на славянскую филологию.
И там мы, значит, проводили беседы, у них на первом курсе есть там предмет церковнославянская грамота, в общем-то, и древнерусская литература. И мы там беседовали о слове о полку Игореве, там, и о, откуда есть пошла земля русская, несторы летописцы. И там на каком-то этапе появилась китаянка. Потом мы ходили в музей иконы, у нас были довольно интересные занятия довольно. Потом на каком-то этапе появилась китаянка. Она сидела, значит, слушала все внимательно. После урока я спросил, она понимает русский язык? Она говорит, не бум-бум, не понимает, она только что приехала. Сидела, как мумия, слушала все. Потом, значит, очередность действий. Она приобрела в библиотеке учебник для первого класса. Там, где, знаете, половина рисунков в учебнике. Там, где там мама, мыла, там фикус там, или раму. И нарисован фикус, мама, там такие. Ну, то есть, вот, она его перевела на китайский со словарем, выучила наизусть. Там за какой-то, там, скажем, 2 недели там, или 3 недели. И взяла уже учебник для второго класса, с которым поступила так же. Она их буквально как бы ела, в духовном смысле она съедала эти учебники, она их полностью усваивала, как бы запоминала их такой долбежкой, такой зубрежкой. И лекции были не так уж частые, проходила между лекциями по 2-3 месяца, и, допустим, на какую-то лекцию очередную я прихожу, она опять сидит. Но я уже вижу, что у нее в глазах осмысленность некая. Она понимает, например, там 20% текста. То есть она уже реагирует на какие-то известные, понятные слова и фразы. Это рождает в ней радость. Она уже как бы чувствует, что вот, ну, ей интересно. Ну и так вот, например, где-то за год она владела русским языком в достаточной степени, чтобы читать какие-то уже серьезные произведения. Конечно, со словарем, конечно, чем-то еще. Но она уже могла читать там какую-то «Белую гвардию», там какие-то стихи она уже пыталась разбирать там. Тютчева или Пушкина, как всегда дают, как такую вечную классику. Удивительнейшие, все остальные никто себе так больше не ведет. А эти ведут. Они молодцы в этом смысле. И мы должны снимать шляпу перед теми, кто движется терпеливо и трудолюбиво к полезному знанию. Разве семинарист не должен быть такой, я себе думаю? Конечно, должен быть такой. Конечно, должен быть такой. Значит, поэтому, к тому же, вот, что, чего у вас нету для того, чтобы учиться? Есть библиотека? Есть. Койко-место есть? Такое, значит, крыша над головой и кровать. Возможность смены белья, возможность помыться есть. Сыт? Сыт. Здоров? Здоров. Одет? Одет. Ну, что тебе еще надо, чтобы учиться? Что еще надо? Поэтому извинений в том, что я не знаю, я не понял, я не выучил, у нас нету. Это, конечно, учиться придется всю жизнь человеку. Плох тот доктор, который пытается всю свою врачебную деятельность пользоваться только тем объемом знаний, которые он получил в университете или институте медицинском. Они постоянно собираются на свои переподготовки, они читают справочную литературу, они должны владеть иностранными языками для того, чтобы все новое в области их знаний осваивать тут же. Это тоже, в принципе, и нам бы было хорошо, конечно, это уже какие-то такие сверхзадачи. Научиться нужно много для того, чтобы контрастировать на фоне некой общей болезни невежества. Понимаете? Вот недавно владыка Тихон Шевкунов был на каком-то собрании с молодежью, а создана комиссия там по то ли чистоте русского языка, то ли по пропаганде общества русской словесности. Туда вошли несколько представителей православной церкви. Артемий Владимиров, владыка Тихон. Вот они беседуют с 10-9-классниками. И говорит, а кто из вас любит, там, вот, есть в душе любовь там, к какому-то произведению? Там один кто-то говорит, там, я очень люблю «Капитанскую дочку». Говорит, ой, правда, как хорошо, слушай, чудесно. Ну и как и совершенно без злого умысла, говорит, а кто написал? И он смутился, стушевался, когда говорит, я забыл. Ну а целая аудитория сидит ребят и девчат. Говорит, ребята, а кто написал «Капитанскую дочку»? Никто не сказал. Никто. Хотя они это все у них по программе, там это все проходилось, как бы. То есть элементарные вещи. Элементарно, я боюсь вас спрашивать. Я уверен, что знает, да, но просто незнание литературы, как бы, это, ну, то есть, вернее, знание литературы – это такая же необходимая норма для священника, как знание литургики, может быть, даже, потому что литургия – мера всех вещей, но служение – это у нас словесное, инструмент нашей работы – это слово.
И это очень важные, важные такие вещи. Значит, этим надо заниматься. А вот пример, как бы такой классический, потом это анекдот настоящий, но это факт из моей личной жизни. Мы в 5 классе, в одной из школ, где я имел счастье преподавать закон Божий, у меня такая была всегда задача, как бы расширить человеческий кругозор, попытаться его расширить, чтобы человек шире смотрел на вещи, например. Вот вы будете служить в каком-то селе там, или ПГТ, или городе, или столичном каком-нибудь городе, там, в регионе каком-то, значит, вы должны, по идее, со временем сродниться с этим регионом. Если вы в нем родились, то вы уже должны хорошо его знать. Музеи тоже наши друзья. Краеведческий музей, исторический музей, дома-музеи, в которых жили известные люди, в том регионе, где я обретаюсь. То есть я должен быть, в принципе, хорошо знаком с историей этого края. Почему? По многим причинам. Потому что здесь жили люди, которые отнюдь не хуже меня. То есть наверняка на каждом кладбище лежит какой-то праведник, согласно древней русской приказке. Не есть граду стояния без праведника. Если праведника нету, то город не устоит. И это такая магистральная линия вообще всей русской литературы. Даже не только житийной, а вообще литературы, потому что у каждого великого художника, там, даже атеистически настроенного, творчество выходит на поиск праведников. Там, у Тургенева там, в «Записках охотника» выведены многие типы настоящих праведников. Там Солженицына, там «Матрёнин двор», например, это чистый рассказ про современную святую. И много других. И поэтому как бы хочется, чтобы люди знали, например, там, имена ученых и их жизнь, там, имена писателей и их произведения. Хотя бы бегло, хотя бы через хрестоматию. Потому что ясно, что всего знать нельзя. Но интересоваться нужно. Всего знать нельзя, но интересоваться надо. И вот мы с пятиклассниками решили, давайте так, мальчики найдут дома с родителями, с помощью родителей, может быть, одно имя какого-нибудь ученого, любого ученого, а девочки писателя. И напишут на него на формате А4 там, небольшой текст. Там такой-то писатель родился тогда-то, например, там, и написал такие-то книги, там, умер тогда-то, погребен на таком-то кладбище. Ну и про ученого. Там, родился там-то, занимался тем-то, изобрел это, и памятник стоит в таком-то городе. Ну, а чтобы они поняли конкретно, девочки, каких писателей, например, кого вы знаете там? Ну, то есть там Толстой, например, о, прекрасно, там, пусть там Пришвин, там, о, они как раз детские рассказы учат там, где-то в это время. Мальчикам там, какого ученого вы знаете там? Ломоносов, прекрасно, еще кто? Там, говорит, они говорят, ну, больше там, говорит, допустим, Эйнштейн. Вот как Ломоносова звали Михаила Васильевич, а как звали Эйнштейна? Они так подумали, молчали. Потом какой-то мальчушка говорит, Франк. Я говорю, почему Франк? Он говорит, ну как, Франкенштейн. Это факт моей преподавательской деятельности. Как бы, вы представляете, что у них в мозгах, как бы, у этих детей? То есть они имеют засоренные мозги с самого детства. Там вот знакомый библиотекарь говорит тоже, что вот он выписывает в православной гимназии, выписывает книжки детям, например, 7-8 класса, и они приходят, например, там за бедной Лизой, например, там, или за поэмами Блока, например, а пока там им выписывают там, или выдают, или ищут там эту литературу, они, значит, друг с другом про каких-то покемонов разговаривают, там, про какие-то еще что-то. У них настолько забита голова откровенным мусором, что впору кричать «караул». К тому же вообще знания – это универсальные вещи, знания не могут быть только гуманитарными, нужны и точные знания. Ну, скажем так, если преподавание математики и степень усвоения математики в стране снизится до критических размеров, нам будет просто страшно жить, потому что железная дорога, ядерные электростанции, значит, электросети всякие там, и все, что вообще связано с техникой, как бы, без математики жить не может. Это просто эксплуатировать будет некому. То есть это вся эта инфраструктура сложная техническая превратится в большую какую-то такую большую угрозу нашему существованию. Поэтому вопрос стремления к знаниям – это вопрос национальной безопасности, если угодно. То есть страна, которая любит учиться, она будет более защищена, нежели страна, в которой народ отупел до края. И, так сказать, кроме примитивных удовольствий, там, когда-то было, это называли кино, вино и домино.
А сегодня там можно другие слова подобрать, но как бы суть остается той же. Страна, в которой молодежь занимается только этим, это все, это дела плохи. Значит, а кто это будет вытаскивать, значит, кроме как неравнодушные люди? В системе образования и в семьях, там, отцы и матери, там, и, ну, а священники должны попадать в это число неравнодушных людей. Поэтому первое, что я, это очень длинная такая получается речь о неравнодушии нашем, в отличие от равнодушия многих, и о стремлении к знанию, которое должно отличать качественно будущего священника, соискателя пасторского места, в отличие от людей, которые сегодня не то что не знают, они хотят знать элементарных вещей. Это очень разные вещи. Можно всю жизнь стремиться к знанию, но не иметь его по разным причинам. По причине бедности семьи, необходимости заниматься работой. Там, по причине там, каких-то еще там, от тебя независимых обстоятельств. Но сегодня в информационную эпоху быть невежей означает просто ненавидеть знания. Это и пишет Соломон, когда он говорит: «Доколе невежды будете ненавидеть знания». И, кажется, 6 глава книги Притчи говорит, что премудрость возвышает голос и говорит: «Все нелюбящие меня любят смерть». Вот ни больше, ни меньше. То есть человек, не ищущий премудрость, он говорит там: «Полюби меня, ищи меня, обвяжи там мною шею свою, там, люби меня больше золота и отборных камней, там, я тебе дам, ночью не испугаешься и днем будешь безопасен, там, я то, я это». Это, по сути, голос Слова Божьего. Потому что Христос – премудрость Божия. «Ищи меня с раннего утра до позднего вечера, потому что я дороже всего», – говорит премудрость. И потом такое окончание главы, такая довольно такая, как молотком удар такой: «Все не любящие меня, все не ищущие меня любят смерть». На фоне невежества, дорогие мои, человека подстерегают очень много других бед и опасностей. Например, на сегодняшний день российское общество подвергается и будет подвергаться в будущем усиливающимися, очевидно, если Бог не поможет нам с ним справиться, попыткам внедрить в сознание молодых россиян языческий идеал Руси. Это, по сути, реванш спустя 1000 с лишним лет, это реванш за крещение Владимиром русского народа. То есть язычество, неоязычество, другими словами, то есть есть опасность в лице неоязычества. Сейчас мы разберем, собственно, в чем эта опасность, ну, не разберем по косточкам совсем, но, по крайней мере, обозначим такие болевые точки. Значит, язычество, в принципе, не умирает и никогда умереть до конца не может. Язычество – очень живучее явление, которое коренится в самой, так сказать, природе падшего человека, который верует, что кроме этого мира есть еще какой-то мир, что миры эти связаны между собой, и что на этот мир можно влиять средствами того мира. То есть там есть такая практическая магия, которая вполне может уживаться в голове и обычного верующего человека. Со всеми плевками через левое плечо, там, наматыванием красной нитки на пальчик, там, со всеми там страхами перед кошками, там, пустыми ведрами. Этим всем это насыщено сознание человека. Он во всем этом видит символ, угрозу или благословение, или помощь. И он готов к кому хочешь обратиться, лишь бы ему было хорошо. То есть невежественный эгоист, который полагает своей целью, что в жизни все должно служить его личному благу, который и в религии видит некое средство достичь того, чтобы было хорошо. Вот для него язычество как будто придумано. Он говорит: да, пожалуйста. Вот тебе, значит, нашептывание, чтоб корова доилась. Вот тебе приворот, чтобы муж любил. Вот тебе, значит, там какая-то молитва, такое-то призывание кого-то, значит, с тем, чтобы у соседей корова сдохла, например. Там, чтобы твоя жила у нее сдохла, например. Вот тебе там то-то, вот тебе, чтобы родить мальчика, там, что до сих пор одни девочки рожались. Вот тебе это, вот тебе это. То есть язычество в этом смысле, как бы оно очень живучее. И в разных формах оно всегда существовало. Его там как-то гнали, преследовали, там били, колотили, но оно никуда не исчезало. А сегодня возникло такое явление, которого на Руси не было никогда. Никогда. Это идеологическое язычество. Это язычество, претендующее на то, чтобы быть идеологией. Причем это представляется, значит, российскому обществу как воскрешение и возрождение прежней реальности. Что якобы все это уже было, дескать, а потом церковь, злая церковь очень злая в глазах
безбожных людей. Значит, злая церковь потом что-то, значит, зажимала, там, стирала в порошок, но мы не умерли, мы возродились, значит, и вот теперь мы существуем. И появилось такое идеологическое язычество, которое претендует уже на мозги, а не только на душевные интуиции. Традиционное язычество хочет от человека душевных интуиций, и его совершенно устраивают темные мозги. А неоязычество хочет именно заложить ему в голову некую свою программу. Оно строится на ненависти к христианству и искажении истории. То есть история искажается для того, чтобы, собственно, дать идеологическую базу для ненависти к христианству. Опять-таки, вот вам как бы практическое невежество, чем опасно. То есть человек, не знающий истории своего отечества, не читавший даже таких облегченных книг, как Карамзин там, или Ключевский, не говоря уже о каких-то серьезных исследованиях современных на тему истории Древней Руси, он безоружен. То есть язычник ему цитирует там что-то, какие-то надерганные цитаты. Это как с сектантами, знаете, когда какой-то сектант-яговист, например, хватает нашу православную бабушку за плечи и начинает сыпать на нее цитатами для того, чтобы сбить ее с толку и перевести к себе в веру. Она себя чувствует беззащитной в том смысле, что ей как бы словесно парировать нечем. Она сердцем может крепко веровать, что Христос воскрес, Богоматерь Пречистая, Преснодева, ангелы наши помощники и хранители, страшный суд будет, вечная жизнь есть после смерти души. А тот ее там, но ей доказать этого невозможно, у нее знаний нет. Мы с нее этих знаний и не требуем. Правильно? Чем мы будем? Со старого человека требовать знаний, которым прожил тяжелую жизнь свою и веру сохранил. Как бы. Это не ее дело, так сказать, цитатами сыпать. Но уже другие люди, молодые, образованные, в университетах учащиеся, да и мы с вами, уже должны быть немножко к этому делу внимательнее и чувствительнее. Потому что, значит, невежество, ненависть к церкви с целью искажения исторического отношения к своему прошлому. Потом обязательно будет такой момент, как педаль, как бы, значит, на гордость. То есть ты сильный, это ваш, как бы, Бог, там, понимаешь, призывает вас к смирению всякому, это называет вас рабами. У них классическая фраза такой: мой Бог меня рабом не называл. Я, так сказать, это самое. Что вы думаете? Эта идеология находит свое распространение среди сильных людей, среди, например, силовых структур. Они же тоже даром времени теряют, язычники. Они распространяются там, где действительно есть сильные парни, которые могут под их воздействием снимать себе крестики, набивать на себе наколки языческого содержания, символизма и так далее. Итак, антисемитизм – непременное условие. Антисемитизм, чем он противен в сегодняшних условиях в дополнительном формате? Это тем, что антисемитизм – это тоже почва для перехода в язычество или сочувствия язычеству хотя бы. Потому что говорит: что это вы понимаешь? Не имеете своей гордости, что ли? Мы русские там, или мы славяне, там, что это мы должны там в еврейского Бога веровать? Вообще Ветхий Завет читать не надо, это какие-то еврейские сказки про еврейского Бога. А мы, значит, вообще там. Это все вам придется услышать. И не факт, что мы сможем переубедить человека, но факт, что мы должны оградить других от этого. Вот вам еще один фактор такой, значит, и третий, это, так сказать, патриотизм-национализм. Вообще любой любой национализм в конце своего пути неизбежно приходит к язычеству. Если я так сильно люблю свою землю, свою кровь, свой народ, что все остальное уходит на вторую степень, то я в конце концов полюблю каких-то там, не знаю, богов с маленькой буквы, значит, потому что мои боги, понимаешь, это боги моего рода, какие-то тотемные чуть ли не будут, какие-то божества и так далее. Вот, пожалуйста, я ничего не знаю, историю не читаю, евреев не люблю, и я националист. Да ты уже язычник, просто тебе еще в голову программу не вложили. И найдется же тот, кто вложит, понимаете, в чем проблема, что найдется тот, кто вложит. Поэтому вот вам, пожалуйста, враг. Это к началу разговора. В 19 веке, когда святые проповедники крестили каких-нибудь ингулов, коряков, там, интельменов, там, чукчей, самоедов, они там боролись, так сказать, с древней тьмой, чтобы появились новые люди. А те, которые остались дома, номинальные христиане, заражались всякой гадостью, и в конце концов они взяли в руки револьверы, бомбы, и начали убивать сначала городовых, потом царей, а потом друг друга, а потом все остальное.
Поэтому, то есть, вот враги наши, например, такие, они требуют от человека ревности, внимания, знаний, желания потрудиться, осторожности, безусловно, какой-то, значит, и дозирования своих сил. А где силы находить, например, священнику? Значит, только в божественной литургии. То есть, главное, чтобы вот еще в чем надо, в чем использовать время семинарского образования, в том, чтобы за время семинарского образования напитаться практической литургикой. То есть умением разбираться в книгах, чтением, пением, пониманием богослужебного чина во всей его сложности и пестрости, и, конечно же, причащением святых христовых тайн, чтобы литургия не служилась ради причастия одного служащего, чтобы литургия служилась ради причащения вашего. Вам придется причащаться часто. Вам придется каждое воскресенье причащаться, как минимум. А вообще уставы говорят, что по субботам и воскресеньям нужно служить священнику. Если он имеет холодное сердце и причастие, ему совершенно как бы неощутительно для него, потому что он невнимателен, холоден, так сказать, не укоренен вот в эту богослужебную глубину. Ну как он будет, ну, на каком этапе он сгорит? Вот остается вопрос. На каком этапе, значит, своего священства, как бы он начнет гореть? Когда он в семинарии, учась, причащался раз в год, а потом, значит, после рук архиерейских на своей голове, одев епитрахиль, значит, он должен будет причащаться два раза в неделю. Вы же знаете про священников, которые бросили сан, или начали куролесить, значит, и начали что-то там, что-то такое вытворять, там такое, или с ума посходили. Но есть же всякое такое. Это как бы неготовность к именно евхаристическому служению, к предстоянию перед престолом. Неготовность выслушивать человеческие исповеди и сочувствовать их горю. Неспособность и нежелание идти к ним самому и вступать с ними в какое-то благое общение. Но главным образом это неумение стать перед престолом. Когда человек становится перед престолом, а его властно выгоняет из-за престола, значит, рука вседержителя, как бы он просто горит, как свечка, он разрывается изнутри, потому что у него в душе одно, а жизнь требует другого. Поэтому за время своего учения в семинарии нужно научиться молиться на литургии, научиться полюбить ее так, чтобы она пролетала как пару минут. Знаете, когда влюбленные встречаются, то их встречи обычно очень для них, для их психологии, для их сознания, самосознания, очень скоротечны. То есть часы у них летят как минуты, и они не замечают течение времени. Им кажется, что они постояли у подъезда 15 минут, а мать кричит с балкона, там, Света, домой давай, уже 2 часа там стоишь. Потому что она совершенно серьезно переживала эти 2 часа как 15 минут. У нее психология другая, она влюблена. Влюбленный человек, он совершенно иначе переживает временные промежутки там, встречи с тем, кого он любит. И литургия для любящего человека пролетает как 5 минут. Вот только что благословено царство, вот тебе уже Евангелие, значит, вот уже Херувимское, а вот уже, значит, тебе поем, а вот уже и со страхом Божьим верую приступить, и как бы, да когда молиться-то? Не успеваешь молиться, потому что слишком все сладко и быстро. И тебе тогда хочется еще добавить к этому всему и утреннюю, и часы внимательно выслушать, и вечерняя здесь нужна, там, и так далее, и тому подобное. А всем этим нужно заниматься будет потом. Но надо же будет людей научить молиться. Чтобы не было всего того, что часто бывает, когда люди на свой личный испытующий разум как бы толкуют слова тех же самых молитв. Вот идешь с кадилом по церкви, а люди подпевают хору «Величи душа моя Господа и возрадовайся дух мой», я сам слышал, «о божествасе моем». И стоит благочестивая женщина, причем я давно ее знаю. Этой женщине там уже далеко за 70, у нее воспитаны дети и внуки. Она любит Богородицу и подпевает хору херувимскую, эту песню, честнейшую херувим. Но у нее о Бозе, Спасе не как-то расклеилась, как бы она не читала это, только на слух воспринимает. Она у нее как-то понятную формулу получила о божествасе. Это нормально, для психики человеческой это нормально. У всех детей так происходит, как у Чуковского это описывает, от 2 до 5, когда, значит, девочка ушиблась и заплакала, мама говорит ей, терпи, казак, атаманом будешь, а ребенок потом, значит, берет куклу свою, ударил ее, говорит, терпи, коза, а то мамой будешь, ну, она так услышала.
И там много, у Чуковского много таких этих, когда человек связывает в своей голове как бы то, что он слышит, как бы. Да вот, например, бабушки по селам, самое распространенное, «Осанна в вышних». Что только не поют. «Осанна в вишнях», «Оксана в вишнях», по селам благочестивые старухи, святые женщины, которые на клиросе пропели, которые знают только две заботы в жизни, значит, такой: работать на поле, там, ну, еще детей воспитывать и в церкви Богу молиться. Они полностью лишенные как бы возможности разобраться в этих терминах. Это же надо понимать, что такое «Осанна». И надо, кто-то должен это объяснить человеку. И не факт, что все поймут, но кому надо, тот поймет. Вот. А иначе получается какой-то смех и грех. Тут нет, у них, конечно, они не согрешают, безусловно, в этом всем. Хотя они лишаются некой умной пищи. И они молились бы с большим энтузиазмом и интересом, и с большей степенью внимания, если бы они там некоторые фрагменты литургии ассоциировали с жизнью Господа. Например, там закрытие царских врат перед обречением, допустим, там с закрытием гроба, там открытие с выходом чаши, там с воскресением Христа и выходом его из гроба, там еще какие-то вещи такие. Для них бы все это было гораздо живее и интереснее, когда бы они понимали, что вот несет мальчонка там свечку зажженную, а батюшка с Евангелием идет. Это символизирует, что предтеча пошел, а за ним и Господь пошел, значит, Слово Божие проповедовать. И это все на самом деле не так уж не требует академического образования. Для того, чтобы говорить об этом с людьми, не надо быть, например, профессором там, масштаба Осипова там, или кого-нибудь другого, который уже, так сказать, всю жизнь положил на алтарь церковного учительства. Это доступно простому приходскому священнику. Кроме него это, кстати, никто не сделает. Если он этого не сделает, никто этого не сделает. Вот. И надо полюбить литургию, чтобы ее потом всем преподнести. Чтобы человек, даже, знаете, например, можно ничего не объяснять, можно просто сказать: люди, слушай, да какая же это сладкая эта служба, да какая же она все-таки возвышенная и чудная. Я вот причащаюсь каждое воскресенье, я понять не могу, как вы вообще живете на свете, что вы причащаетесь там раз в полгода или раз в год, как бы, значит. Такое, да, как бы этого, даже этого хватит, чтобы люди так, как бы призадумались, и на следующий день у вас было на 2-3 человека больше причастников, чем в предыдущее воскресенье. Я понял, что там пошли по вопросу уже, да? Нет, там кот что-то подает сигнал, он тоже внимательно слушает. Нет, это не вопросы. Но если есть вопросы, давайте, не стесняйтесь. Вы проснулись по дороге? Я думал, что там записка с вопросом. Еще не совсем. Еще пока не совсем. Можно, да, можно писать, кстати говоря, если кому-то легче, то... Ну, слышите, можно я спрошу? Конечно. Вы заговорили за детей, за маленьких, простите. У меня был такой случай в практике, когда я пытался, ну, я пригласили меня немножко поучительствовать в воскресной школе. Я понамаю в храме и ходил детям, что-то рассказывал маленьким, 10, 12, 11 лет. Mm-hmm. Вот. И, собственно говоря, я, конечно, делал это очень плохо, я теперь уже понимаю, это было лет 5 назад. Вот. У меня яркий эпизод запомнился, я все хотел спросить у кого-то, человека, который большая практика миссионерства, как правильно объяснить ребенку, у меня такой случай есть нехороший, я пытался объяснить маленькой девочке 10 лет, что такое обрезание Господне, понимаете, что это за праздник и вообще, как это правильно объяснить ребенку, чтобы он понял. Хороший вопрос. Я, кстати, не сказал, что отец Андрей, он, помимо всего прочего, духовник гимназии святителя Василия Великого, духовник и преподаватель, да, это преподаватель. Так что непосредственно с детьми постоянно общается. Да. Значит, ответ, в общем, будет простой. Необходимо отсечь от тем бесед с детьми целый ряд вопросов, которые, в принципе, не вмещаются в детское сознание. Сейчас я скажу, сейчас мы попробуем вычислить, какие именно эти вещи. То есть педагогика вообще – это лестница, это восхождение. То есть такие мистические, такие тайноводственные праздники, как введение в храм, как раз еще полегче. А вот обрезание, например, там и многое другое,
Это вещи, которые предполагают наличие пройденных ступеней. Это уже там 10, 15, 20 ступени. Отнюдь не первые. А мы стоим как бы с детьми у подножия огромной лестницы. Мы даже не должны показывать им наверх, насколько она высокая. Потому что они испугаются высоты. Еврейская традиция, поскольку евреи раньше нас, на много столетий, получили в руки Священное Писание, и вместе с этим Священным Писанием получили обязанность его изучать. В книге Второзакония говорится о том, что в том-то и будет твоя мудрость перед народами, что ты будешь не отпускать эту книгу закона от уст своих, и будешь размышлять о ней, сидя и вставая дома и на улице. И они этим занимались. Ну, не все, конечно, но многие занимались. И они поняли, что некоторые книги закона нельзя давать читать человеку до некоторого времени. Например, книгу пророка Иезекииля до 30 лет читать нельзя, согласно еврейским пониманиям жизни. Потом книгу «Песни песней» до полного совершеннолетия, до 30 лет читать нельзя. Это совершенно оправданные вещи, потому что у нас, собственно, этот срок полного совершеннолетия совпадает у нас со сроком канонического разрешения для вступления в священство. То есть мы предполагаем, что человек к этому времени созрел физически, и нравственно и умственно настолько, что он уже полновесно достоин имени взрослого человека. И он воспринимает все правильно. Это если его еще учили до этого. Да? Вот, поэтому... Например, о мучениках с детьми говорить не стоит, с маленькими детьми говорить не стоит. Для них невместима мысль о том, что, ну как это, хорошего человека плохие люди, ну, искромсали в капусту, извините меня, значит, там же жития святых, вы послушайте, это что там описывается. А где наш добрый Бог, о котором мы говорим, что он всемогущий? У них начинает то, что взрослые называют разрываться шаблон, как бы, и они не могут найти на это ответа, и мы, по сути, калечим их детскую душу. Значит, необходимо выбрать перечень тем, на которые говорить можно, и перечень тем, на которые говорить нельзя. Вот темы, о которых говорить можно, это предоставляю вашему творчеству как бы начать. О чем, например, можно говорить? Ладно, не буду вас мучить вопросами, значит, хотя мне бы хотелось услышать. Значит, смотрите, опять-таки, сейчас я попробую сейчас сформулировать характерную ошибку, опасную ошибку для всех тех, кто занимается преподаванием закона Божьего детям разных возрастов. Если ребенку преподается закон Божий, как некий теоретический предмет, но при этом он не воспитывается в соответствии с преподаваемым предметом, у него получается перекос в сторону теоретического знания. Например, ребенок выучил наизусть заповеди блаженства. И вы спросили, он встал там, блаженные такие, блаженные такие, блаженные такие, блаженные такие. Хорошо. Но при этом ребенок на перемене ругается матом и бьет тех пацанов, которые слабее его. То есть теоретическое знание в нем есть. То есть в памяти он там плавает что-то. Но это никак не согласуется с его жизнью. И возникает вообще очень большой вопрос. Вообще, а надо ли ему знать вот это, если он вот такой? Учить детей необходимо таким вещам, которые тут же можно на практике применять. Например, трудолюбие, чего очень не хватает. Например, ребенок должен застилать свою кровать, уносить за собой посуду в умывальник, что-то делать в школе, что делать дома, и не лениться. И тут уже можно из Писания подобрать разные примеры трудолюбивых людей. Например, то, что Господь Иисус Христос в детстве воспитывался специально плотником Иосифом, для того, чтобы ему с детства знать, как Господу знать во плоти тяжелый труд рабочего человека. Вот, то значит, нам нужна от них какая-то практическая добродетель, и мы подбираем под практическую добродетель пример Священного Писания. Или, например, мы говорим об уважении к родителям. И подбираем из Писания, например, или из истории церкви, там, скажем, Сергий Радонежский хочет уйти в монахи. Папа с мамой просят его: сынок, мы старые, мы нуждаемся в тебе, не уходи пока, побудь с нами. А потом пойдешь там, когда уже ты, значит, нас попрощаешься с нами.
Вот. Причем слова опять-таки нужно подбирать. Одно дело сказать там, когда мы умрем, и ты нас похоронишь, то ребенок сразу... А вот сказать ему, вопрос лексики очень важен, когда сказать ему, сынок, останься пока с нами, потом попрощаешься с нами, и с Богом будешь монашествовать и молиться за нас. Как-то это все чрезвычайно важно на самом деле. Вот тебе, значит, у нас практическая добродетель и пример из агиографии или Священного Писания. Или мы говорим, например, надо поститься ребенку. Говорит, ты будешь кушать там молочное, будешь кушать такое, потому что ты еще не маленький. Ну вот, допустим, мясо мы откажемся. И давай еще, допустим, сладкое не есть с тобой. И находим, допустим, в Писании историю трех отроков. Как они ели в дому телохранителя, то Навуходоносора, овощи и воду, хлеб, овощи и воду, и были румянее, здоровее. Еще, то есть вот такой, мне кажется, метод. Гораздо более оправдан, потому что иначе изучение катехизиса плодит вокруг нас, в церковных семьях, каких-то, я даже сейчас боюсь сказать, потому что у меня есть пару вариантов, как это назвать, но они такие жесткие, что я при камере не скажу. Вот. Получается, что человек все знает, ничего не делает. Он, например, старших не уважает, он считает, что он самый главный. Они причем могут носить в себе убеждения своих родителей. Например, послушал ребенок, что папа с мамой там рассуждает о деньгах, и кто-нибудь сказал там, да вообще самое главное это вот деньги и власть, например. И ребенок может всосать в себя это, как сухая земля, выпавшую влагу. И он будет теоретически знать о заповеди блаженства, там, и тропарь Богородица, Дева, радуйся. Но внутри, в сердце, он будет уверен, что самое главное в жизни – это деньги. Эта шизофрения может разорвать человека на самом деле. И мы приносим ему много неудобств. Поэтому, пожалуйста, подбирайте тематику под практические добродетели, которых не хватает. Терпение, слова, вот все, что связано с речевой сферой. Вот этого говорить нельзя, вот так говорить нельзя, там, допустим, умение сдержать себя, там, не орать, не психовать, там, не устраивать истерики и так далее. То есть это все очень какие-то важные компоненты, под которые нужно подбирать уже Писание. Что касается лексики. Языком 19 века, языком 18 века говорить мало плодно. Что я имею в виду? Например, язык 18 века. Это несколько такой подчищенный под 19 век язык Дмитрия Ростовского. Для своего времени он был прекрасен. Вот, допустим, какой-нибудь пассаж такой. Преподобный и богоносный отец наш, там, имя Рек, родился в такой-то семье, с детства почувствовал неизъяснимую тягу к монашескому житию и уже в доме отца подвязался в молитвах целую ночь, например, день и ночь, допустим, там. С детьми в играх не участвовал, там что-то там такое сделал, потом он там умножил свои подвиги, сделал то-то, потом он там еще усугубил свои подвиги, совершил то-то, умерщвляя плоть и покоряя плоть духу, там, он достиг высокой святости и так далее, и так далее, и так далее. Вот все, что я сейчас сказал, прекрасно понятно церковному человеку. И абсолютно непонятно человеку с улицы. Вот все эти слова, хорошие слова, они абсолютно непонятны. Не то, что чуть-чуть непонятны, вообще непонятны. Усугубил подвиги, это что такое? Это что он сделал? Да, то есть он умножил труды, но усугубить подвиги, например, это непонятно. То есть вот попробуй скажи это человеку, это будет разговор немого с глухим. Там вообще слово «подвязался», например, если его в проповеди использовать, это значит обрекать себя на полное непонимание. То есть он совершенно другой текст, это если там человек с усилием, то этот Божий человек с большим усилием старался не грешить. Там, человека на грех движут там, болезни души, так называемые страсти. Вот с этими страстями, с этими болезнями души он боролся честно и терпеливо. Там, как-то так, допустим, да? Это стоило ему бессонных ночей, он плакал, он там чуть не, значит, там, да, мучения его были почти физическими и так далее, и так далее, и так далее. Там Бог помогал ему в этом. Со временем, не сразу, со временем, там, душа его получила какую-то помощь от Господа. Когда, в общем, стилистика текста
проповеднического и учительного текста должна быть, конечно, приближена к разговору и степени мышления человеческого. Потому что, когда вот ты говоришь, вот пришел, например, в храм молодой человек, и ты говоришь: «Господи, владыка живота моего, дух праздности», вот поверьте мне, что образованные люди, не глупые люди, но они владыка живота понимают только в одном смысле. То есть под животом они понимают только живот. Они не понимают, что есть чрево и есть жизнь. Как бы жизнь – это живот и так далее. Это нужно им объяснить. Как только он объяснили ему, он успокоится и будет молитву читать нормально. А если ему этого не объяснить, он думает будет, какого живота? И он будет думать про живот на самом деле. Потому что у него других ассоциаций с этим словом нет. Вообще богослужение, оно чрезвычайно красиво и глубоко, но вот маленький пример. Сколько работы вам предстоит? Один из ирмосов. Каждое утреннее поется 8 ирмосов, если без катавасии. А все эти слова тоже очень важны. Вот катавасия, например. У людей тоже слово катавасия имеет совершенно свою какую-то ассоциацию такую. Это непонятное вообще. Или, например, слово куролесить. Знаете, что такое свое изначально, да? Это кири и лейсон, да. То есть греки куролесили, как бы, то есть они творили нечто непонятное. И наши люди ходили, слушали, как бы, значит, теперь мы на место греков пришли, тоже куролесим, как бы они стоят, слушают. Я еще удивляюсь их терпению, наших людей. Вот сегодня был на источнике Курской коренной, возвращались обратно, зашли в храм, там еще такой большой храм по дороге такой есть, ближайший, Иакима Яны. И там похорон был, погребение. Священник стоит, псаломщица поет, вдоль стен стоит человек в общей сложности 15-20 родственников покойника со свечами в руках. Я постоял минут 10 вместе с ними. Я ловлю себя на мысли часто: «Господи помилуй, до чего же мы обкрадываем людей тем, что они же не понимают половины слов, которые мы произносим». Ну вот вы начинаете петь, например, за самые такие, вот: «Яко по суху пешешествовал Израиль по бездне стопами, гонителя фараона, видя потопляемо, Богу победную песнь поим вопиющий». Ведь они не, в это время не думают ни то про Моисея, он про него не знает. Причем тут Моисей к погребению? И когда-то же нужно найти время, чтобы объяснить людям, что вот канон, вот в первой песне всегда про Моисея. Вот так в шестом гласе поется, так во втором, а так там в пятом. И там какие-то вещи можно подробно объяснить, какие-то нет. Там, вот вам такой, смотрите, камень нерукосечный, от несекомые горы, и тебе, дева, краеугольная отсечеся. Христос, совокупляя расстоящиеся естества, тем веселяющийся тебя Богородицу величая. Это на самом деле великолепный поэтический текст. Даже в переводе он прекрасен. Но смотрите, сколько ассоциаций надо, чтобы было в человеке, чтобы его с любовью прослушать. «Камень нерукосечный, от несекомые горы» – это отсылка к пророчеству Даниила. Это надо просто найти Даниила, там прочитать сон, который был истолкован Даниилом, когда от горы без рук был отсечен камень, который сокрушил идолов и наполнил собой землю. Но нужно когда-нибудь это прочесть людям и рассказать, потому что иначе, да, камень не рукосечный, насекомое, говорит тебе, дева, краеугольный, то есть уже краеугольный камень, это уже слова из Исаии, из псалмов, из Евангелия. Вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, и драгоценный, избранный, честный, верующий в него не постыдится. То есть камень, который отвергли зиждущиеся, и быть во главу угла. То есть краеугольный камень. Это одно из центральных понятий, мессианских понятий о Христе. Тоже требует пояснения человеку. Потом Христос, совокупивый расстоящиеся естества. Это что такое? Кого совокупил Христос? Какие естества? Значит, Бога и человека в себе самом соединил в одной ипостаси, Сына Божьего соединились две природы, божеская и человеческая. Это высокое богословие, но не нужно бояться, надо попробовать. По крайней мере, надо попробовать это с какой-то более-менее молодежной такой аудиторией, если уж не с бабушками. Но вот один ирмос, три вещи требуют пояснения. Камень нерукосечный, камень краеугольный, расстоящиеся естества соединяются во Христе. А ведь все ирмосы такие. Все ирмосы такие.
Просто ермологию весь бери, и там весь ермологию требует богословского объяснения. В церкви у нас были люди, которые занимались именно этим, потому что чувствовали в этом необходимость. Например, Никодим Святогорец. Он писал специально книги, в которых он толковал, а кто их, толковал Минею, толковал Часослов, толковал и объяснял там Паримии. Вот Паримии. Ведь это при том, что народ наш, к сожалению, плохо знает вообще Писание, Ветхий Завет он вообще не знает. И Паримии – это самый легкий способ приступить, наконец, к изучению Ветхого Завета в праздники, когда читаются избранные куски текстов. Тут есть такой принцип, значит, что скриптура non est legenda, sed intelligenda, то есть Писание – это не то, что читается, а то, что понимается. Поэтому предполагается любое чтение сопровождать толкованием, кратким или пространным, там, с книжки вычитанным или там, вживую произнесенным. Это уж, так сказать, детали. Иначе это все рискует годами читаться, но не находить правильного понимания и плодов. Понимания плодов нету просто. Кстати говоря, косвенным образом это отвечает на один стратегический вопрос, который меня мучит очень давно, и я его обновляю, так задаю в разных аудиториях разное время. Почему в наших церквях мало мужчин? Почему православие женское лицо? Почему у православия женское лицо? У нас, простите, есть один был преподаватель, вот, который давал такой ответ на этот вопрос. Он сам был активным, таким, активный борец против неоязычества, представитель тоже, преподаватель бойцовских видов спорта, известный боец. Он говорил так, что вот в неоязычестве, в язычестве там мужик приходит, ему говорят, что вот ты должен раскрыть свою силу там, и так далее. Да? А здесь, когда мужчина приходит в храм, то ему никто ничего толком не объясняет, при этом ему говорят, сюда не иди, туда не иди. Да? То есть, вот, смиряют его. Там ему раскрывают силу, так, говорят, ты должен быть сильным, раскройся. Ну, да. А здесь говорит, закройся и смиряйся. А здесь его смиряют, и он готов перебороть в себе вот это вот какую-то, ну, в той или иной степени, может быть, даже не гордыню, а чувство собственного достоинства просто, да, и он просто уходит из этой среды, где его все время смиряют и ничего не объясняют, и больше не приходит. Вот такое. Это очень ценное объяснение, да, оно, в принципе, многое объясняет, я согласен с ним. Вот еще смотрите, что, вот мы сейчас сказали только что, большинство прихожан женщины, большинство богослужебного круга проходит мимо их сознания. Ну, то есть поются там те же стихиры, ирмасы, поются тропари. Оно задевает их как-то, но вообще в огромной своем массиве как бы оно просто проходит мимо. Но они в храм ходить не перестают. Почему? Потому что умная пища женщине нужна гораздо меньше, чем мужчине. В храме хорошо пахнет ладаном, в храме умиленно смотрят на тебя иконы, в храме свежие цветы, в храме красиво поют, в храме чувствуется Божие присутствие, то есть человек сердцем чувствует, что это дом святой, дом Божий, что не сено врата небесные. И что это необычное место, так сказать, это место, освященное под молитву. И женщине этого хватает, что всю жизнь в церкви проходить. А мужчине этого, мне кажется, не хватает. Потому что вот если ему объяснить вот это, вот что-нибудь из этого, то мы имеем возможность, пробу некую такую, зацепить его и вывести из состояния этой такой сонливости, такой невежественной сонливости. Когда оно проходит просто мимо него, он этого не знает. Вот разговор о смысловых вещах, он, мне кажется, более направлен на мужчин. Потому что женщины часто после проповеди, они могут плакать на проповеди. И иногда, значит, смотрят на священника, значит, умилительно, и кажется, что они ловят прям каждое слово. Потом бывает так, значит, а что батюшка говорил? Ой, так хорошо говорил. Что говорил? Я ничего не помню. То есть получается какой-то энергообмен. Ведь когда человек говорит, он же вкладывает сердце в слова.
И они, когда слушают, они же тоже сердце открывают. Получается, что сердца общаются. А слова все равно летят мимо ушей очень многих. И львиную долю наших слов съедает воздушное пространство. Они в сердца не попадают. Опять-таки потому, что многим женщинам это просто не надо. Они не для того созданы Богом, чтобы там, значит, им открыть как бы типикон, скажем там, или учебный типикон с Клабановича, там, или там толковое Евангелие Барсова. Это не для, они созданы для другого. И то, что им надо, церковь им дает всегда. А то, что мужчине надо, вот раскрытие мужественных черт, совершенно верно, раскрытие в человеке, заложенных мужчине, мужественных черт, ему надо просто сказать, да, что ты, извини меня, ты мужик, почему, допустим, причащаем их первыми, да, во многих местах, по крайней мере. Люди идут не в беспорядке к причастию, а вначале к чаше идут маленькие дети, родители с ними, чтобы их не томить, и не больше ни для чего. Чтобы их не томить, потому что они быстрее устают. Потом тут мужчины, потом тут женщины. Почему? Здесь есть какое-то унижение? Да нет, просто говорит, мужчины, вы причащайтесь первыми, потому что вам и в атаку первыми идти. Вам и в огонь, и в воду тоже первыми идти. То есть вы причащаетесь типа, только потому, что вы везде должны быть первыми. Это надо тоже сказать, человек, потому что они могут подумать, что у нас как бы ну, просто организация этих самых антифеминистов, каких-то, значит, маскулинистов или не знаю кого там. И у нас есть просто задача, как бы, значит, женщину дополнительно унизить. Да нет. Наша задача – это разбудить в мужчине мужественность и желание быть первым во всяком деле. Но пока мы этого не скажем, они этого сами не поймут. Следовательно, значит, надо доносить до людей простейшие вещи. Проповедника соблазняет одна очень это самое, известная вещь. А именно, ему кажется, что простые вещи людям понятны. А вот надо что-нибудь такое эдакое, такое, исхитрить такое, или найти, или вычитать что-нибудь такое, и вот тогда и аудиторию заинтересовать. Конечно, может, это иногда и работает, но в подавляющем большинстве случаев это неправда. Например, молитву «Отче наш» можно толковать на каждом богослужении в течение очень долгого времени. Но она может оказаться просто бездонной. Просто пофразово, пошагово, пословно, во всей очередности там, и так далее, мы просто можем сами удивиться, насколько она велика. Да ту же песнь «Богородица», например, там, если по стихам просто по ней пройтись. Можно я добавлю как раз к этому пример один? Я был в свое время поражен на этом Сретенском монастыре, в одном селе помогали там убирать урожай, я еще не священник, не монах даже был, просто послушник. И как читал там какую-то книжечку, пока было время, толкование молитвы «Отче наш». И там была простая женщина, которая там работала, причем она там чем-то руководила даже. Она взяла эту книжечку посмотреть и такая удивленная мне говорит: «Слушайте, а я никогда не знал, что отче так отец». Представляете, вообще, и для меня это было просто такой шок и потрясение, что мне казалось, ну это вообще, ну если уж что-то объяснять, то не это. Да. Ну а это там ей уже там лет 50, там уже, понимаете. Да. Как только устанавливается интерактивная коммуникация, как только человек, если вы открываетесь к людям таким образом, что они не стесняются разговаривать с вами и выговаривать вам свои там претензии, общие претензии на церковь, например, там кто-нибудь пришел там, например, и говорит вам: да вообще, да посмотрите, что делается, значит, там кришнаиты, там сатанисты, там язычники, значит, там баптисты, там яговисты, там алкоголики, значит, там наркоманы, там просто, значит, атеисты и коммунисты, значит, ну где вообще наша цена, ну где вообще она, нас скоро вообще не будет, что вы молчите, почему церковь молчит, почему церковь не... Он пришел как бы к вам наехать на церковь, например. Надо это очень, этим очень дорожить надо, потому что далеко не к каждому священнику придут, чтобы наехать на церковь. Придут только к тому, кто примет удар, кто выслушает, кто поведет себя как настоящий представитель церкви. Потому что первая реакция может быть: что ты тут рот раскрыл на церковь? Где отсюда? Без церкви нет спасения. Все, разговор закончен. И как бы ты вроде прав, но кто скажет, что ты не прав? Ты прав, но ты не прав, потому что надо было человека принять. Он же пришел с настоящей болью, да. Он пришел в лице тебя, так сказать, пожаловаться на все, что у него болит. Ты должен его принять и успокоить. И как бы принять удар на себя, потому что ты представитель той церкви, которую он считает недорабатывающей в целом ряде духовных вопросов. Действительно,
объяснять нужно, оказывается, такие вещи, которые никогда не думал, что объяснять приходится. Кроме того, заповеди Божии при всей своей простоте оказываются очень сложными. Там, например, если вы возьмете за заповедь «не укради», там «не укради», то попробуй, ну, можно попробовать перевести ее, там, оторвать ее от вопроса денег. Что еще можно красть, кроме денег? Время. Кого? Время, да, время. Можно украсть время, что еще можно украсть? Ну, кроме, ну, под словами деньги мы имеем материальные ценности. Кого? Доброе имя. Да, можно украсть действительно доброе имя, славу чужую. Плоды чужих трудов можно украсть. Иные трудились, вы в труд их вошли, как бы, но там не было воровства, это было благословение. А можно, например, один писал диссертацию, второй присвоил, под своим именем издал. То есть вот тебе как бы чистый вид воровства, который в научном мире распространен. Об этом, конечно, бабушкам на приходе этого незачем рассказывать, они диссертации не пишут. А студентам это можно спокойно говорить. Чистое воровство, компиляция из чужих сочинений, когда там это самое, которое вынуждает всех этих преподавательский состав по специальными программами компьютерными отслеживать это компьютерное воровство, когда ты не думаешь сам, а просто составляешь, сочиняешь такое лего такое, делаешь из чужих мыслей. Это воровство. То есть кто-то, допустим, есть ворованная печатная продукция. У нас в церкви полно такого. То есть кто-то пишет тексты, кто-то это редактирует, верстает, форматирует, делает макет, затрачивает массу времени, сил и денег, потом получает книгу как конечный продукт, а кто-то покупает этот конечный продукт, не затрачивая ничего, просто тиражирует, копирует и продает, как бы, значит, спокойно. Воровство остается воровством, независимо от того, ты продаешь Дейла Карнеги или ты продаешь, значит, этого самого, писание старцев оптинских. И там ты украл чужой труд. Это кража интеллектуальной собственности. Это даже церковным людям объяснить тяжело. Какие-то архимандриты, которые строят монастыри, у них есть своя правда. Говорят, мне нужны деньги, чтобы строить, как бы, значит. И он готов, не знаю, заниматься чем хочешь, вплоть до того, таким, может, еще чем-то, значит, чтобы у него были деньги, чтобы достроить колокольню. А зачем такие колокольни, мне извините? Кому не нужны такие колокольни, которые построены на ворованные деньги? Храмы ведь большевики не все разрушили, а какие разрушили, какие нет, это остается тайной. И почему одни разрушили, других не разрушили. И иногда в этой тайне есть, ну, по крайней мере, догадка о том, что, может быть, выстояло то, что было как-то наиболее прочно построено, в смысле с верой. Есть такая притча, что когда строили собор Святого Петра в Риме, то каменотесов спрашивали, ты чем занимаешься? Один говорил, ну, я нанялся на работу, у меня семья, и я тут, понимаешь, с утра до вечера потом обливаюсь, чтобы кусок хлеба для семьи заработать. А второй говорит, а ты чем занимаешься? Они рядом стоят, там камни тешут. А второй говорит, я строю храм, строю собор Святого Петра. И мораль всей притчи такова, что если собор сей стоит до сих пор, то благодаря тому, что среди каменотесов были такие, как второй. Потому что если бы все были такие, как первый, то уже какая-то холера бы его взяла, бы слезала с лица земли, как недостойное существование. То есть, если все перевести в деньги, в выгоду, в пользу, так сказать, практическую такую, что-то, то, что мажется на хлеб или кладется в карман, тогда вообще, ну что, тогда нужно расписаться, что у нас нет веры никакой. Но я вижу, что вы немножко это самое расшевелились. Наводите нас на мысль. Давайте вернемся к литургическому богословию. К тому, что нам нужно многое перемолить. Церковь живет молитвой. Без молитвы все вообще остальное не имеет смысла. Значит, и мне хочется вспомнить одну такую историю жизни преподобного Амвросия Оптинского, который там связано с жизнью еще одного священника. Я сейчас не назову его имени. Об этом пишет Нилус в одной из своих книг. «На берегу Божьей реки», кажется. Рассказывается про одного священника, обычного сельского священника, которых до революции было множество. В духовном чине до революции, я сейчас могу соврать несколько в цифрах, но я, по-моему, скажу близкие к правде цифры. В духовном чине, имея в виду архиереев,
всех монашеских в сане и без сана, всех священников, всех диаконов и всех причетников, то есть псаломщиков и чтецов, они были тоже в клире, тоже было 1 000 000 человек, по-моему. Может быть, я сильно ошибаюсь, может быть, я ошибся точно, но 500 000 точно было. Не, больше было, больше, чем. Короче, нас сейчас 150 тысяч. Нас сейчас 150 тысяч, потому что население России, в общем-то, потихонечку начинает стабилизироваться и увеличиваться в силу разных факторов. То есть у нас критически не хватает духовенства. Да, где-то около 1 000 000, кажется. Ну, недавно мы просто говорили. И это при том, что у нас, что в России зарегистрировано, официально поставлено на учет 200 тысяч экстрасенсов, колдунов и целителей. Понимаете? То есть вот вам как бы срез как бы общества по степени его болезни и вопросов перед ним стоящих. То есть это картина Святой Руси в цифрах. Значит, вот некий священник дореволюционный, обычный, простой священник. Был назначен на приход, в котором там пол провалился, все обветшало, люди были как-то не очень набожны, и храм был пустой, а пустой храм – пустая кружка. Это любой священник понимает. И он там молился какое-то время, потом впал в уныние и решил просить ухода, перевода на другой, на другой приход. Но поскольку там где-то недалеко они, это было от Козельской пустыни, Оптинской, он поехал к старцам. Старец Амвросий имел о нем извещение от Бога и встретил его словами, не дожидаясь его разговора, встретил его словами, говорит, где это написано, чтобы священник покидал свой приход? Ну-ка, иди обратно и начинай служить молебен ежедневно, молебен Богородице. И он был поражен тем, что назвал его по имени, говорит, а потом говорит еще, что-то там он сказал, там, что-то у тебя еще и каменное будет. А, вроде то ли храм был у него деревянный. Он говорит, а храм у тебя еще и каменный будет, мол, ну иди с Богом. И он ушел. И он, воодушевленный старцем, старческие слова, они имеют какую-то особую силу, это чудо. Он, воодушевленный старцем, приступил к тому, что стал перед местным образом Богоматери чтимым совершать, петь канон, вот этот Адигитрии, который положен в часослове, яко по суху пешествовал в Израиль, со всеми там этими тропариками, там, спаси от бед, рабы твоей Богородицы, с стихирками, с Евангелием, помилуй нас Боже, там он такой, он занимает минут 40, если его так внятно, внимательно пропеть. Но это не так много, не так мало. И он стал его петь. Там крестьяне стали заходить так ради интереса, там что-то поет, стоит один. Есть такая пословица русская, говорит, поп и петух не евши поют. То есть, есть только два существа в мире, которые поют на голодный желудок. У Крылова там стрекоза муравью говорит, и кому же в ум придет на желудок петь голодный? Так вот, народ наш сказал, что поп да петух не евши поют. И вот он там стоял там, пел перед Божьей Матерью молитвы, молебны, значит, и поминал всех своих сельчан. Они, повторяю, заходили посмотреть, потом захотели постоять, потом стали подпевать, потом он стал их помазывать маслом от лампады, которая горела перед образом, потом эти молебны вошли в привычку, что надо было еще добавлять к ним водосвятие, потом потихонечку начал служить литургии на буднях, чего никогда не было, в воскресенье храм больше наполнялся народом, потом какие-то замечены были какие-то исцеления, что-то там у кого-то где-то Господь подавал, вот, и люди с окрестных сел потянулись к нему, и действительно он потихоньку повел жизнь церковного прихода в такую молитвенную направленность, что все у него появилось. И отремонтировался пол у него со временем, в скором, и началось строительство каменного храма, и завершилось строительство при нем, и обновился храм. И главное, что он был полон народом, то есть это не были стены. Это были стены, защищающие, собирающие внутри себя людей, так, Ноев ковчег. То есть пустой ковчег кому нужен? Ковчег полный живыми существами, спасающимися. Это образ церкви. Так что молитвенное, конечно, горение, оно может многое решить. Это не безопасное занятие, можно очень быстро выгореть, очень можно сломаться, столкнуться с вещами непосильными. Здесь нужна внимательность, рассудительность и посторонняя помощь. Непременно матушки, может быть, собратьев по
ближним приходом, может быть, архиерея, может быть, духовного отца, может быть, кого-то еще. В любом случае нужна какая-то помощь, потому что плохо человек, когда он один. Но нужно это все перемалывать и перебарывать. Я даже вам дерзну привести один пример из мира католического. Дерзну только потому, что его приводит в своих проповедях во святых наш отец, недавно прославленный святой архиепископ Лука, Симферопольский и Крымский. Он рассказывает про такого священника времен наполеоновских войн, Жан-Мари Вианея. Этот священник служил во Франции, избежал службы в армии наполеоновской, выучился в семинарии ускоренным курсом и занял приход в одном из сел, о котором говорили, что люди и скотина отличаются друг от друга в этом селе только тем, что люди крещеные. То есть это были нехристи, как бы такие по образу жизни. То есть люди целиком преданные каким-то своим интересам, целиком земным, не прекращающейся работе, не прекращающейся этой попытке прокормиться, со всем сопутствующим, с завистью, с пьянством по праздникам, там, с блудом, со всеми делами эти. И он там стал служить. И как раз святой Лука приводит его в пример, что он всех принимал с любовью, всех выслушивал, всем уделял максимально время, отличался незлобием и нестяжательством. То есть он ничего ни у кого не просил. Со временем как-то к нему потянулись люди, и его приход превратился в полноводную реку со временем, с какими-то годами. А его самого стали называть узник исповедальни. Католические патеры, вы знаете, в таких будках специальных, конфессионалах, в которых они не контактируют прямо с исповедующимся, а через решеточку его выслушивают. Это облегчает муки совести кающемуся, там, снимает ряд таких психологических возможных проблем. Но у нас этого нету по причинам того, что мы как раз наоборот считаем, что нужно видеть человека и нужно говорить с ним задушевно в тишине под епитрахилью. Одним словом, этот человек, о котором пишет святой Лука, стал узником исповедальни, проводя исповеди почти сутки за сутками в течение многих лет, с раннего утра до позднего вечера, редко выходя по естественной нужде, чтобы там попить или поесть, или вздремнуть часок, или там по другим надобностям. Он построил большой каменный храм, вместо того, потому что тот не вмещал молящихся. Как на чудо, к нему приезжали тайком епископы посмотреть на него и послушать, что он там говорит. Он говорил очень безыскусные проповеди, совершенно простые, которые в случае записи вообще теряли всякую обаятельность, что там не было вообще ничего. Он просто мог говорить, там терпите неприятности, там, любите друг друга, там, не забывайте молиться на ночь, там что-нибудь такое, и все. И когда его спрашивали, в чем секрет того, что он превратил на глазах захудалое село в цветущее село, а покосившийся храм в цветущий храм, а мертвый приход в полноводный приход, кроме того, его стали знать во всей округе, он говорил, у меня очень простой секрет, я просто ничего для себя не прошу, и ничего себе лично ничего не желаю. Этого человека святой Лука приводил в пример, он даже как-то говорил, что среди еретического священства есть люди, у которых там нужно учиться, и приводил его в знак примера. То есть не как того, что там, то есть избегая там всяких там спекуляций на тему общения католиков и православных, тем не менее пример такой существует у него. И действительно, человек, как только начинает отдавать себя людям, по сути, распинаться на своей работе и своем служении, он со временем взамен первоначальной усталости и отчаяния получает внезапно божественную помощь и совершаются чудеса. Так что, по сути, к чуду призывает Господь и нас с вами. Хочет, чтобы мы совершили невозможное. Хоть чтобы мы совершили невозможное. Но для сначала подготовились к совершению невозможного максимально, а потом вышли на поприще, чтобы использовать все свои накопленные знания. И в скорости, кстати, почувствуешь, что их совершенно не хватает. Один профессор духовной академии говорил, что когда он начал проповедовать и учить, он понял, что всех его знаний хватает на полторы лекции. То есть он всю жизнь вроде читал, там изучал, что-то там конспектировал, запоминал, там что-то писал, обрабатывал. А когда начал эти знания отдавать, то оказалось, что этих знаний критически не хватает. Итак, подведем итоги краткие.
литургическая жизнь должна начаться яркая уже сегодня, уже сейчас, уже в годы учебы. Надо готовиться к литургии, я бы даже сказал, так как впоследствии священнику подобает к ней готовиться, уже служа. То есть, еще не будучи священником, нужно смотреть на свое личное причащение, как на некое предварительное служение. Вечернее, утреннее, канон молитвы, исповедь, все, что положено, такое, вот, и такое внимательное, сосредоточенное само по себе молитвенное горение на самой службе. С тем, что цель вообще полюбить ее. Полюбить, чтобы изучить. Полюбить, чтобы запомнить, полюбить, чтобы понять, полюбить, чтобы, как некоторые у нас есть такие, приходят служебник в сторону, как бы, и все по памяти, такие уже старцы такие, они уже знают все это наизусть, как бы им книжка не нужна, им книжка мешает. Они действительно благодарят Господа, они просят Господа, они стоят перед Господом и разговаривают с Господом. Потому что так священник, как бы, он читает с книжки, как бы, и непонятно, немножко непонятно, кто молится, книжка или он сам. Будь здоров. А так, совершенно по-другому, когда он говорит с Господом и благодарит Господа, и зовет за собой благодарить Господа людей. Вот. Ну и не оставляет их без поучения, потому что любое слово нужно объяснить. Даже вот тоже вот миром Господу помолимся. Ведь на Руси до всех этих, до Столыпинской реформы, ну и, конечно, до революции, до коллективизации, было общественное землевладение. То есть не было частных хозяйств, как таковых. Землей владел мир, сельская община. Была мировая сходка и так далее, и так далее. Это вопрос политического устройства и экономического устройства русской земли до великих перемен. Но что имеется в виду? Что тогдашние люди часто воспринимали призыв «миром Господу помолимся». А мир – это приход, по сути, это село, которая на мировой сходке решает все свои вопросы, владеет каким-то, значит, наделом, нарезанным по семьям. И они же, собственно, и приходят в церковь. Это люди, которые вписаны в приходскую книгу. Они думали, что миром – это всем селом. Всем миром, как Дзыкина пела. Всем миром, всем народом, всей семьей. Значит, вот, а на самом деле нет. На самом деле миром Господу помолиться, значит, в мире. В мире, то есть внутренний иринис. У Кирилла и Томы. Значит, приступать нужно к Богу с миром. Поэтому вот лишний раз можно напомнить, идете в храм, простите всех, забудьте все, ближних и дальних простите. Постарайтесь помолиться Богу так, чтобы он вас действительно услышал. И вот с первого же слова уже есть о чем с человеком говорит. Это все представляете себе, вам просто времени не хватит. Один священник говорил, есть такая теория даже, что лет через 5-6 священников нужно менять на приходах, то есть, ну, тасовать. Потому что за 5-6 лет священник успевает выговорить все, что он знает. И он уже ничего нового людям не скажет, как бы он уже перестает быть интересным. Так говорит один. А второй, весьма уважаемый пастырь, уже почтенных лет, ныне здравствующий тоже, он говорит, а я уже, там что-то 45 или 48 лет служу в одном месте, я только сейчас понял, о чем с людьми говорить. Говорит, я говорю с ними постоянно, и я не устал с ними говорить. Я не то, что мне не о чем говорить, я только сейчас понял вообще, что же нужно им говорить. Там, поскольку он уже стал уже дедушкой там много раз, там, он уже понял, как относиться к внукам, там, к невесткам. Там, это же какой прирост знаний у человека, например. Вот тебе там 25, а ты вдруг батюшка. И к тебе пришла женщина, которая 60, и она поссорилась с невесткой. Вот как тебе помирить двух женщин? Кто его знает, как свекрови с невесткой помириться? Как бы, вот ни ума не приложу. А уже дедушка, значит, он уже скажет, как бы, что-то уже невестке скажет, что-то уже и бабушке скажет, потому что у него уже приращивается опыт, возникает больше и более широкое поле для прикосновения к болевым точкам паствы. Когда-то была статья на одном из ресурсов православных, что главным врагом православной женщины является другая православная женщина. Кстати, это тоже правда. Знаете, есть такое выражение, что главным врагом папа является попы соседней деревни.
Да, это, кстати, очень древняя присказка. Латиняне тоже так примерно, латинское духовенство тоже так говорило. Homo homini lupus est, то есть человек-человеку волк, значит, этот самый, а прилад-прилату волчищ. То есть простые люди друг другу просто волки, а патер-патеру это волчищ. Это знаете когда? Это когда ничего не угрожает. Когда священство представляет из себя некое более-менее доходное место или способ существования, когда существует некая привычка и утомленность от служб, и когда все измеряется просто богатством прихода, вот тогда они начинают завидовать друг другу, вот. Или же один сильно вырывается впереди других, начинается зависть. Но если угрожает всем общая опасность, эти все вещи должны уходить на задний план. Представьте себе, в обычной природе волк и заяц как бы непримиримые враги. Там и леопард, и косуля. Это хищник и жертва. Но в Ноевом ковчеге, значит, ни одна тварь другую не грызла. Вся живность собранная, пищащая, квакающая, дрожащая. Там, это, только представьте себе, это, что такое был Ноев ковчег. Окон не было, дверей не было. То есть там было только какое-то отверстие для воздуха, для дыхания. То есть не было окон. Дверь была закрыта Богом, так там подчеркивается в книге Бытия. Вот. И битком набитая огромная деревянная, как коробкообразная посудина, такая монструозных размеров, значит, всякой живностью, которая в обычной жизни пожирать друг друга должна. И они там все дрожали вместе от страха, и никто никого не кусал, никто никого ни на кого не рычал. Все были сбиты в кучу, и всем было страшно, и все потеряли свою привычную свирепость. А сверху лило, а в стены било теми грязными волнами потопа, трупами этими размокшими. Там, и все понимали, что а вот так вот это все качало, там же не было ни руля, ни ветрил, там, ни того, ни сего. Там. Ну ничего не было, это просто была огромная скорлупка. Вот. И это образ церкви. Вот это гигантское несуразное сооружение, значит, внутри которого зверье потеряло свою обычную звериность. А из чувства общего страха все, так сказать, сжались друг к другу и думали, когда все закончится. Это образ спасающихся в церкви людей, поэтому если у нас есть общие враги, значит, у нас должна быть солидарность в борьбе против общего врага. Нужно, чтобы священник должен был понимал, что священство это не способ заработка хлеба. В этом смысле священнику хорошо бы вообще иметь какую-то светскую профессию. Об этом уже тоже давно уже говорилось. Вот отец Валериан Кречетов, например, говорил как. Ему батька говорил так. Хочешь быть священником, готовься к тюрьме, во-первых, в советские годы. То есть думай о том, что тебя посадят. Может быть, и не посадят, но ты готовься. То есть собери себе тревожный чемоданчик там, с портянками, с сухарями, там, с переменой белья, там, с чем-то еще. И привыкни к тому, что тебя могут забрать любое время, если хочешь быть священником. У нас сейчас такого нету. Тогда почти во священство шли такие вот кремни, которые действительно готовы были сесть и уехать надолго ради Христа. Потом, говорит, ну для начала, говорит, получи светскую профессию. Потому что священство, говорит, это не профессия, это служение. А профессию нужно иметь. Вот какие слова ему сказал. Тоже священник батя был. Значит, и они с братом, говорит, мы... Я думаю, что я никаких секретов не раскрываю, потому что эта беседа у него напечатанная была даже где-то в прессе. И они с братом сидят и думают, хотим быть священниками, куда нам идти учиться, чтобы получить светское образование сначала, до духовного. Рождается у них мысль, пойдем в лесотех. Почему в лесотех? Он говорит, ну потому что если нас посадят, то, скорее всего, куда-нибудь отправят лес валить. А имея лесотехническое образование, мы уже будем все-таки не сучки обрубать, а уже будем там командовать процессом, когда, ну, легче выжим, одним словом. Правильная мысль. Они пошли, закончили лесотех. Закончили там военную кафедру, там еще кафедру какого-то там военного штурмана, что он закончил там для сельхозавиации, или, наверное, там для чего-то такого. И летал у него там куча часов налетов. Уже выучили все это, говорит, жениться надо теперь, ищи такую жену, чтобы тебя не опозорило, чтобы ты с ней мог жить и служить, потому что если жена будет никудышная, говорит, ты не будешь священником нормальным, ты пропадешь. То
Священнику белому, священнику нужна настоящая жена, настоящая подруга. Если она тебе скажет «до свидания», как бы, значит, ты один, как мужик, как будешь под вечной угрозой блуда. Следовательно, прекращение служения. Если, ну, короче, все, всем понятно, проблематика, хотя бы теоретически. Ну и самое сложное было найти достойную супругу, достойную так, чтобы и полюбить ее, и видеть в ней подругу, и... Ну и все это, значит, тоже нужно было ей сказать, что меня могут посадить. То есть ты идешь, я буду священником. А многие барышни, они в ужас приходят, когда они вдруг слышат, что тот, кто им предлагает руку и сердце, что он будет священником. Я не хочу быть матушкой. В жизни не хочу. Там быть на виду. На меня будут все смотреть, меня будут оценивать. Я должна буду быть как-то лучше всех, что ли, там что-то заниматься. Я не хочу этого все. Я хочу вести себя как хочу. То, значит, такой не прическу себе сочини, там, не ногти длинные открась, там, потому что сразу скажут, о, ничего себе такое, матушка какая. Они боятся этого всего, законно боятся, они не готовы к этому. И все, и найди себе такую, чтобы ты ее полюбил, она тебя полюбила, чтобы она готова тебе была в тюрьму передачки носить. Значит, и только когда все это склеилось вместе, тогда, значит, женился, да, там, семинария, там, но это все трудно было в те годы, там, надо было пройти очень много разных барьеров, но вот такое, но это очень серьезные мысли, серьезный подход. Хочешь быть священником, готовься к тюрьме. Очень на этой оптимистической. Дело в том, что мы много говорили сегодня о молитве, у нас действительно сейчас череда уже, через 10 минут начинается.